Монады верят, что так называемый картографер находится где-то под этим тихий островом. Картоп. Картографер — это комната с картами, которые смогут вывести нас к центру управления Хала. На острове масса зданий и сооружений, в одном из них картографер. Мы на подходе, тут будет горячее, поднимайтесь быстро. Яблочко, сделайте их пехота. Давай! И у нас шестая часть эпичной битвы с захватчиками, ковенантами. Загнобили просто пришельцев. Прием. Эхо 419 приближается. Кто-то приказал работать усердней. Это музыка для моих ушей, Пулхэмер. Ты знаешь, Армандо, мы доставляем. Так, пожалуй, поменяю. Так, нам доставили ворог. Да, в переводе он называется чем бородавочник. Но, по-моему, это... Как-то фуфлово, я привык его называть так уже очень-очень. Хорошо, очень давайте долго. Двигаться. Давайте найдем карту. На ней найдем центр управления Хала. Так, вот я пассажир. Всем выйти наружу. Блин, да я вообще-то не тебе говорю. О, у этих здоровья все в порядке. Так, нам найти вход в картограф нужно. Я здесь очень много люблю ездить именно машиной. Убийство. Убийство. Вон там высадились пришельцы. Там, возле стены. Картографическое оборудование должно быть там. У нас непрошенные гости, сэр. Их очень много. А как тебе? Надо держать. Ладно, свалились. Это где на что-то
Как тебе? Как держать? Подождем так, нашего стрелка почти прикончили. Что это было? Бывает. Это точно наши пассажиры стебут. Там, возле стены, картографическое оборудование должно быть там. Так, оставлю ребят здесь прикрывать. Сделаем ход конем. О, Диас! Смотри, смотри, вон еще один. Прикольный. Цель не менять. Огонь! Ковенады устроили нам настоящий бой. Картография должна быть здесь. Носом чую, что комната с картами должна быть на нижнем этаже этого здания. Идемте вовнутрь. Идемте. Да, есть здесь такие. Не дайте им запереть дверь. Он не убежит. Я их вижу. Вам играть не надо. Интересно. Я поняла, что ковенады понимают подсистемы Хала. Они закрыли дверь, а у нас нет огневой мощи, чтобы открыть их. Катана Кизу. Продолжай, Катана. Мы нашли центр управления. Никак нет. Ковенады остановили наше продвижение. Мы не можем пройти через их систему защиты. Я знаю, где здесь будет другой вход. Понятно. Мы все еще продвигаемся к объекту. Я свяжусь с вами, когда я попаду туда. Ваше задание — найти центр управления Хала. Используйте любые доступные средства. Мы используем. Мы должны попасть в центр управления раньше ковенадов. Делать из солдат пушечное мясо — это не выход. Эхо 419 наземным командам. Я на позиции и слежу за перемещениями ковенадов. Второй отряд снаряжен и готов к выходу, как только все будут наверху. Все чисто, ничто не движется. Фиг. Удачи, ребята. Кис выходит. Нужно найти рычаг, чтобы открыть эту дверь. Ладно. Прикольно. Я сюда, по-моему, еще не ходил. А когда мне убивали моих пассажиров, я возвращался. Кажется, есть класс внутрь острова. Не останавливаться. Сейчас всех порву. Ух ты, блин. Ну что, нравится?
Туда! Туда! Он думает, что он там спрятался. Их много. Пистолет очень убойная штука. Все так сделано, чтобы машины сюда не заезжали, но я много играл и много чего попробовал. Ух ты! Осторожно! Ну, я уже слышу. Туда. Делаем это. Танцуй! Огонь! На, получи! Давай! Огонь!
гранат. И едем дальше. Первого взрыва был выживший, но после второго уже его не осталось. Зачем я еду сюда? На мороге? Ну, вот здесь я его припаркую. И они. Часом здесь не было. Пополни боезапас гранат. Если что, есть, как говорится, еще куда сбегать. Вот так вот. Вот и все. Мы и разобрались. Так, а здесь есть кто-то? Нет кто-то? Вот и картограф. С помощью панели Хала отключите сигнализацию. Это должно открыть коридор, ведущий к главной шахте. А, это там, где был этот чувак, да, вернуться назад нужно. Это тихо, под голова. Нифига нету. Mayday, mayday! Dropship Bravo 22 taking enemy fire. Repeat, we are under heavy fire and are так, losing altitude. Судно наше. Поняла, мы уже в пути. Блин. В директе 9 было все просто. Их было видно.
пытается полетать. Шеф, Браво 22 доставил тяжелое вооружение. Вы можете использовать его против охотников. Давайте спустимся к пляжу. Тяжелое вооружение. Ракетница. Так, а это место, откуда мы начинали. Так, здесь солдатики есть, нет? Есть. На борт, ребята. Время шоу. Один, два. Ха-ха, прыгнул тот, которого первый раз не собрал. Можно было и в другую сторону поехать, но... разницы нет. Первый готов. Первый готов. Люблю свою работу. Люблю свою работу. От меня не убежишь. Я вижу. Есть, готов. Живой. Уже нет. Страж. Вот здесь он где-то был. Далеко-то падать вниз. Вот это я выдал. Ну давайте проверим. Ай, не дали посмотреть до конца.
мой гад. Блин, сейчас он... Ох, он сейчас меня запустит полетать. Ну просто было негде развернуться. Лежит. Вот когда мастер-шиф скучает, он начинает оружие приводить в порядок. Так, 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 так. А мы спускаемся все ниже и ниже. Так, не знаю, как пригодится мне еще. Полхэмер на земной команде. К вам приближается два вражеских корабля. Черт. Ну что, люди, у нас компания. Давайте встретим их. Легче удержать их изнутри здания. Вы можете попасть вовнутрь? Никак нет, они приблизились слишком быстро. Никак нет. Шеф, найдите картографическую комнату, а мы отвлечем их. Задайте им жару, пехота. У нас будут большие проблемы, если мы не уберемся отсюда до прихода поддержки. Скорее найдите карту. Пробегу-ка я. Анализирую. Центр управления Хала размещен там. Этот объект храм или что-то в этом роде? Ох, как ты ошибаешься, Картана. Интересно. Храм — это не совсем типичное место для размещения такого оборудования. Катана капитану Кизу. Нет контакта с капитаном. Либо он вне зоны сигнала, либо у него проблемы с оборудованием. Продолжайте пробовать. Дайте мне знать, когда вы наладите контакт. И дайте ему знать, что командор и я определили местонахождение центра управления. Мы отправимся туда, как только поднимемся вверх. Прием! Полхэмер взлетел! Крюк бегает. Ладно. Пускай живет. Красиво, нужно стараться попасть в этот промежуток, там где он рукой держит щит. Так, тут нужно отойти, пока щит восстановится. Начинает руками размахивать его. В этот момент можно как раз и снять. Так, о, обойдем с этой стороны. Мелочь. Да, вот эта мелочь умеет классно делать. Выносить всех. А-ля камикадзе. Истинно.
где-то ждут наши солдатики. Катана Эхо 419. Шеф и я наверху. Просим эвакуации. Вас поняла, отправляюсь. Ух, я успел. Реально. Реально забыл. Завалили наших ребят. Как видите, без нас война идет тоже. Продолжайте двигаться, Полкем. Вот координаты. Катана, но эти координаты находятся под землей. Центр управления ведут туннели, окружившие весь ринг. Я надеюсь, что проведенный тобой анализ верен. Посмотри на это со светлой стороны, Полхэмер. Последней вещью, которую будут ожидать Ковенады, будет нападение из-под земли. Да. Туннель ведет сквозь землю. Это последнее, чего от нас будут ждать Ковенанты. Пролетим сквозь Хайл. Сюрприз! Дальше я не могу лететь. Принято. Отсюда мы сами сможем найти дорогу к центру управления. Удачи вам, конец связи. А дальше лететь и не надо.